Опять? Да. Вот как правильно надо делать подушку песчаную под фундамент. Фундамент у нас ротверк, и сверху вливается плита. Плита 20 сантиметров, ротверк 40. Вместе получается 50 сантиметров. Вот как правильно делать подушку песчаную. Надо пролить все водой и протрамбовать все. Трамбуется и просыпается. И проливается послойно. Не менее, ну не больше 20 сантиметров. Это даже по 15, потому что трамбовка не трамбует. Вот. Водой все проливается четко. Даже можно сказать, чтобы лужи стояли. И после этого загоняете трамбовку сюда. А, геотекстиль, это чтобы песок не проходил. Землю не уходил. Он остается. Геотекстиль не дает ему уйти. Вот сезон как бы начинается. Это наш уже второй фундамент. И подушка засыпается под плиту. Тоже все трамбуется, 20 сантиметров песка. Если вы хотите хороший фундамент, обращайтесь, мы вам построим. Зальем. Качественно.